рабочего дня, сколько народу на улице. Ой, да. На автобус мы должны выкатать. Да, да, пошли. Закрыта станция метро Чернышевская на ремонт. А-а-а. Поэтому здесь на Восстании очень много народу, потому что это самая ближайшая к Чернышевской. Но я с нее буду уезжать через пару часиков. Наверное, да. Да. Мы здесь можем расстаться. Да, да. Покатаемся. Ну, сейчас давай покатаемся, а да? Потом расстанемся. Если по прямой, то, конечно, удобнее. Включить Восстание. Вот она. Ага. 18:45. Через 10 минут. А до скольки они катаются вообще? Они катаются до 20. Чем-то сейчас я посмотрю. По-моему, до 20:45 я смотрела. Ага. Ну чего, куда нам интересно? Снимайте и давайте думать. Ну, к Исаакию давай подъедем тогда. Ну, Исаакия — это конец, это на обратном пути. Ага. Вот, мы, получается, едем. Держите хвостик, чтобы камера была. Вот, мы едем вот так. Ну, Невский проспект мы его видели, правильно? Да. Значит, дальше мы едем вот сюда. Дальше вот будет Спас на Крови. Ну, там, наверное, нет смысла. Марсово. Вот здесь будет Аврора. Ага. Вот, вот так вот кругом. Ну, интересная стрелка, в принципе, из удаленного. Исаакий, вот он. Ага. У нас будет уже на обратном пути вот тут. Ну, давай в Исаакий. Сразу в Исаакий? Да. Давайте. Ну, что Аврора? Аврора и Аврора. Ну, Аврора и Аврора, да. Да. Можно, если ее близко. Сейчас еле нашла свой чек, а водитель говорит, вы хотя бы сфотографируйте, чтобы была дата. Вот. Точно. А там вдруг потеряются. Забежали в другой автобус, другой фирмы. Они говорят, нет, ждите своего. Красивое время для съемок начнется такое. Вечера сейчас, да? Восьмого. Домик Петра Первого. Сей закрыт. Видимо, не отреставрированный. Угу. Такой скромненький для царя. Тусовка тут, а там он ангел на самокате катится. Прикольно. Народ пугает. Вышли прогуляться возле Исаакиевского собора. Ну, вернее, цветочки посмотреть. Это искусственные? Я думаю, что живые. Да ладно? Да, живые. Живые. А запах, да, петунии? Да, потрясающие цветы. Да. Все люди Точки гуляют. Очень свежие, только высаженные. Пахнет цветами, да? И кофе. Ага. Несут в руках кофе люди, и так сильно пахнет. Хотелось кофе с десертиком. Угу. Синий мост, вот так и называется. Синий мост. Синий мост. Мариинский дворец. Вся администрация нашего города работает. Вот. Там Красный мост, тоже это его официальное название. И напротив универмаг. Такой красивый называется универмаг у Красного моста. Историческое здание, очень красивое. Мы его покажем. Ага. Вот это. Вот это новый садик. Он так и называется Липовый сад. Это липы в горшках. Ага. Они будут здесь до октября, а потом их высадят
Уже в грунт. А где переход? Вот тут многолетний, а вот вокруг там. Вот универмаг вот этот вот красивый, со шпилем красным. Мы невест ищем красивых. Это пока не невеста, но скоро будет. Наверное, да. Глаза слезятся, солнышко. Перейдем? Мы можем, да? Имеем право? Осторожно, только мы смотрим, а так можно. Имеем право. Цветы потрясающие. Латте-отель. Цветы просто потрясающие. Ого. В году вообще невероятно все цветет. А он невеста. Ой, невеста. Для вас. Для меня невеста. Да. Пошли рассмотрим. Смотри, сколько цветов несет девочка. Невесте, наверное. Праздничное, торжественное настроение всегда. Или сама невеста. Да, ей тоже передаю привет. Мне приятно тут побывать. Поснимаем садик. Сирень, что ли? Нет, это как-то, я не знаю, как его звать. Как красивые садики просвечивают. Ой, как красиво. Можно сфотографировать? Давай. Как красиво падает и свет, и свет. Место для фотосессии. Правда, замечательное придумали пространство. И такой запах от петуний. Были цветочки, когда я снимала, были красные цветы, такие прям на сирень похожие. Я не знаю, как они называются, да? Не сирень, другие цветы. Кадр? Какой ты кадр видишь? За тумбочку. А деревья тоже были? Давно они тут? Деревья вот были с самого начала этого садика. Садик, наверное, где-то с июня. О, смотрите, какой интересный, это уже ретро. Это ретро-такси. Ага. Подойти поближе. На ретро кто любит. У нас уже есть свое такси. Да, и в эту сторону. Угу. На Мариинский дворец. Вот, липа, по-моему, садик открыли то ли в конце мая, то ли в начале июня. Деревья были, а вот цветочки декоративные, они все меняют. Вот там еще тоже есть клумба. Кошелек забыл, смотри. Может, украли?
Еще одна невеста. Та же? Смотри, колоннада Исаакиевского еще открыта. Да. Люди ходят. Сверху там вид шикарный на город. А вы были, да? Я была несколько раз. Я очень давно не была на колоннаде. Счастье. Счастье. Это кафе «Счастье». Оно довольно популярное. У нас в городе 3 кофейни, но сейчас вот его закрыли. Вот именно вот это «Счастье» у Исаки. Проверки идут. Жалко, очень красивое место. С видом на Исаакиевский собор можно посидеть, кофе попить. Да. Какие цветочки тоже нежненькие. Вот оно, да, карета и вот это «Счастье». Здесь кафе. Трагически оборвала жизнь поэта Сергея Есенина. И на этом месте кафе «Счастье». Вон выкладывают на месте вот этой таблички памятной. Кафе «Англитер». Ой, кафе, господи. Гостиница бывшая «Англитер». Кафе. А какие цены? Она впечатана. Сейчас уже... Самая бюджетная матрешка 880. Угу. Вот такого размерчика. Там, по-моему, 3 штучки. Ну и дальше. И дальше, да. Бесконечности, ручная роспись. Авторские вещи. Работы. Ну, обычная штамповочка небольшая, вот такая вот. Что-то к вечеру народу поменьше стало. Это даже удивительно. Так. Еще не дошли, следующий. Адмиралтейство. Вот так с 12 до 9 мы с тобой прогуляли. Да, очень хорошо. Очень хорошо. Так, куда вход? Адмиралтейское, вот вход. Ага. Это ограничение опасно железных калатов. Венгородская. Хорошо. С Венгородской там будет переход на Пушкинскую. Хорошо. Туда нам, куда, в серединочку. Пошли. Не проспать? На следующий. Угу. На Пушкинскую. Хорошо. Венгородская, Пушкинская. Хорошо, благодарю. Пока-пока. Друзья, посмотрите, как у нас сейчас белые ночи, 11 вечера. Вот так светло. Все, я приехала домой. Всех обнимаю, всем пока-пока. Мир вашему дому. Берегите себя, берегите друг друга. Радуйтесь жизни, она короткая.